Отель Royal Praika Beach Resort расположен на самом берегу Красного моря в курортном регионе Марсалам. Он входит в гостиничный комплекс, состоящий из двух отелей – Royal Praika и Praika, которые соединены вот этим мостиком. Преимущество размещения в том, что пляжная зона отелей находится в бухте с невероятно красивой лагуной и собственным уникальным коралловым рифом. Протяженность пляжа 1300 метров вдоль береговой линии залива. Лагуна и коралловый риф обеспечивают круглогодичную защиту от ветров. В море удобный песчаный и пологий вход. Есть и понтон, который ведет прямо к красивейшему коралловому рифу. Ну вот это дайвинг-центр, здесь 2,70 глубина. Уже они обучаются сначала перед тем, как полседьмого. Ау! Ау! Мы идем в дайвинг-центр. Мы идем на мыс. Мы идем на мыс, но проходим мимо дайвинг-центра. Вот здесь такого. Тут мы были, тут мы готовились. А, здесь сейчас будут укладывать полностью все вот этим белым гальтиком. Как на байках. Территория отелей очень большая, зеленая и красивая. Здесь есть где прогуляться. Это огромный плюс. Так как за отелем делать нечего, везде одна пустыня. Вообще у двух отелей рядом общая территория. Инфраструктуры пользоваться можно, но барами и ресторанами можно пользоваться только у своего отеля. Сейчас мы пошли на прогулку на мыс в отеле Praika, где очень много зеленых ухоженных аллей и красивых цветов. Но потом же ты его никуда не можешь, потому что ты ж хрен потом найдешь. А так ведь ты... Ну надо попробовать. Я так, кстати, не пробовала. Ты помнишь, как это было? Конечно, все время так. Если что-то очень важное, я вслух себе проговариваю. Потом... Так, и потом нормально вспоминается. Да. Здорово. Я всегда говорю... Ну, что вы можете мне сказать хорошего? Красота! Прогулка утренняя! Благодарим за такую чудесную фотосессию. Это только первое, будет еще несколько. Thank you.
С территории отеля «Брайка» в море удобный песчаный и пологий вход, что особенно актуально для тех, кто отдыхает с детьми. Что ты можешь? Ну, как же? Спасибо. Я и сейчас снимаю. Привет. Привет. Ну а теперь я хочу вам показать понтон, который ведет к коралловому рифу.
Там есть площадка, где можно оставить тапочки, полотенца. Есть и скамейка, где многие отдыхают и смотрят, как другие плавают и любуются красотами подводного мира. Каждый раз, когда я шел в море, я брал с собой экшн-камеру и с водонепроницаемым боксом и снимал красоты этого уникального кораллового рифа отеля Royal Braika Beach, который вы сможете увидеть в следующих фильмах. Вот такой был наш отдых в Марсаламе в отеле Royal Braika Beach Resort. Мы в свое время отдыхали и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе, и в Табе. Но этот отель нам очень понравился.